Банк ВТБ развернул объемный проект по модификации системы обслуживания. В рамках проекта будут установлены бесконтактные банкоматы, деньги с которых можно будет снимать с помощью смартфона. Пилотные версии банкоматов установлены в Москве. В ближайшем году планируется установить технологию в большинство устройств ВТБ. Также клиенты банка смогут получать консультацию по индивидуальным вопросам без визита в банк. Видеоконсультация будет доступна круглосуточно в приложении банка. Детали на сайте.